Привет! В данном выпуске мы с тобой рассмотрим, куда же движется Инстаграм в 2022 году, какие будут тренды в Инстаграм и перевернет ли он игру на рынке SMM. Меня зовут Макс Бондаренко. В данном выпуске мы с тобой более детально рассмотрим тренды, которые будут, поговорим о них. Часть информации я, конечно же, беру от профессиональных белых чистых источников, первоисточников, а часть информации будут какие-то мои собственные выводы, потому что я очень долго наблюдаю за Инстаграм, как он развивается и куда движется, тоже можно понять. Мы с вами рассмотрим, на какие же все-таки нюансы нужно обращать внимание уже сейчас, чтобы запрыгнуть в эти тренды и полететь вместе с Инстаграм куда-то, наверное, в космос. Лично я считаю, что Инстаграм в 2022 году, конечно же, перевернет игру на рынке SMM, вообще в социальных сетях. С помощью чего он это будет делать? Конечно же, с помощью увеличения количества продаж внутри социальной сети у себя. Потому что очень сильно возрастает конкуренция между социальными сетями. Уже доказанный факт, что молодежь из Инстаграм в больших количествах уходит в тот же ТикТок или более другие современные, модные для молодежи социальные сети. Поэтому изменений в 2022 году будет не меньше, а то и больше, чем в 2021. И для того, чтобы удержать внутри сети Инстаграм, делает суперкрутые шаги, о них мы и поговорим. Первое. Я уже потом говорил, это адаптация контента под выдачу поиска внутри Инстаграм. Инстаграм уже давно занимается этим вопросом, как что сделать для того, чтобы выдавался контент в поиске, не только аккаунты. Это очень крутое топовое изменение, которое очень сильно повлияет на все остальное, то, о чем мы будем говорить дальше. У меня есть отдельный выпуск на эту тему на канале, посмотрите, как адаптировать свой контент для того, чтобы он по возможности, вероятно, выпадал в поиске, когда человек будет искать какую-то определенную тему. Переходите и обязательно посмотрите. Нужно уже сейчас запрыгивать в этот поезд, чтобы не оказаться где-то на перроне, когда поезд уходит. Также Инстаграм анонсировал, что будет поиск по картинкам. То есть, условно, вам понравилась какая-то сумка, вы делаете то ли скрин, то ли ее как-то сохраняете, и внутри поиска Инстаграм, вы вводите эту картинку, и он находит вам все похожие товары, которые вы бы хотели купить по этой картинке. Ну, например, понравилась вам какая-то сумка. Это изменит вообще в корне все продажи, которые у нас были. Но об этом немножко позже. Я уже говорил про автоматизацию внутри Инстаграм. Это чат-боты, автоответы и прочая такая штука. Очень интересная. Я уже пользуюсь своим Инстаграм. Так что переходите ко мне в Инстаграм. Пишите мне слово «курс» в директ. Без смайликов, без всего. Я совершенно бесплатно через бота вам скину дополнительные чек-листы и этот курс. Заодно вы посмотрите, как работает автоматизация. Инстаграм автоматизацию сделал для того, чтобы конкурировать с Телеграм. И у Инстаграм даже есть отдельная команда, которая наблюдает за Телеграмом. Потому что Телеграм очень сильно развился с помощью чат-ботов. Это очень удобно. Инстаграм решил тоже это у себя применять и вводить определенную автоматизацию. Она высвобождает руки. Это прикольно, это круто. Если вы, допустим, занимаетесь продажей услуг или товаров в своем аккаунте, то это вам очень сильно поможет для того, чтобы вы занимались напрямую своим проектом, а бот отвечал людям. Автоматизацию можно настроить в директе, в комментариях, в сторис, на отметку в сторис. Это очень удобно. У меня будет отдельный курс на эту тему, следите. Также на эту тему и на многие другие я рассказываю в своем Инстаграм-аккаунте. Переходите, подписывайтесь и не забывайте забрать бонус по слову курс. Третий топовый шаг — это развитие e-commerce внутри самого Инстаграм. Инстаграм хочет создать свой внутренний огромный маркетплейс. И здесь мы возвращаемся к первому шагу. Для того, чтобы все это заработать, нужно, чтобы заработала выдача по контенту внутри Инстаграм. После этого они будут все это между собой увязывать и делать так, чтобы понравившийся вам товар выпадал в поиске. Они будут развивать более усиленно шопинг теги. Это когда на картинке вы выделяете определенный товар, привязываете его к своему товару, и все это можно купить внутри Инстаграм. Этот тренд в Инстаграм и будет дальше развиваться, потому что Инстаграм сильно заинтересован для того, чтобы люди вообще не уходили ни на какие сайты или в другие социальные сети. Покупали все внутри. У Инстаграм огромная аудитория, которую он хочет монетизировать, и поэтому это будет огромными темпами, шагами развиваться, никуда это не денется. Чтобы люди не уходили на Amazon, Wildberries или еще какие-то маркетплейсы, чтобы они пользовались внутренним огромным маркетплейсом. Поэтому не торопитесь убегать в какие-то другие маркетплейсы или в другие социальные сети. Здесь будет тоже очень весело и жарко. Об этом тренде я говорил еще в 2021 году, но в 2022 году развитие этого тренда будет еще сильнее влиять на весь Инстаграм. Это, конечно же, друзья, видеоконтент.
контент. Прежде всего, это, конечно же, в первую очередь Reels, потом идут видео, которые так называемые IGTV. IGTV убрали. Я думаю, что Instagram не будет упираться на длинный видеоконтент. Это видео длиннее там 10 минут. Поэтому, скорее всего, будут дополнительные охваты на короткие видео там горизонтального или квадратного формата до 2-3 минут, где среднее удержание внутри видео будет высоким. Для того, чтобы вам было понятнее, как развивать свой проект, обязательно по ссылочке в описании переходите. Там есть видосы по развитию личного бренда, как создать контент-план. Также есть несколько чек-листов, которые вам помогут. Все это совершенно бесплатно. По ссылочке в описании к этому видео переходите. Инструменты прибыльного Instagram, они вам помогут. Еще раз повторю, бесплатно переходите. Итак, не забываем, что тренд 2022 года, один из главных трендов, это будет создание и использование видеоконтента и в первую очередь Reels. Следующий крутой тренд, который у них уже существует давно, но они его будут развивать усиленно в 2022 году, это монетизация. В Америке, конечно же, монетизация уже давненько есть, но она придет и к нам. Первое, что будет монетизироваться, это, конечно же, видеоконтент. Монетизация видео IGTV и, возможно, монетизация даже Reels от определенного количества просмотров ваших Reels. Для чего они это делают? Для создания, конечно же, конкуренции с тем же ТикТоком или другими социальными сетями. Потому что в ТикТок монетизация есть. Блогеры и авторы, конечно же, заинтересованы в получении денег за создание своего уникального контента. Поэтому очень часто они перебегают в те социальные сети, где за это им платят. Это и способствует, кстати, созданию более качественного контента. Инстаграм в этом заинтересован, и поэтому он будет вводить. Следующий момент. Инстаграм будет вводить монетизацию в прямых эфирах. То же самое примерно, как и в ТикТок. Вы сможете покупать стикеры различные. Эти стикеры в прямом эфире донатить своему автору. Автор потом может обменивать эти стикеры на реальные деньги и выводить из Инстаграм. Это способствует тоже развитию более качественного контента и удержанию внутри социальной сети. Также будет вводиться монетизация авторов-блогеров, например, монетизация Stories. Вы сможете стать спонсором определенного аккаунта, платить ему за это деньги. За это взамен вам, скорее всего, он вам будет что-то делать в Stories или рассказывать, или показывать что-то полезное. Более качественное, что он не рассказывает за бесплатно. Таким образом, Instagram мотивирует остаться блогеров и авторов внутри Instagram, никуда не убегать и создавать более качественный контент. Если будет более качественный контент для аудитории, друзья, уже понятно, что аудитория будет более заинтересована и будет дольше оставаться внутри социальной сети. Таким образом, Instagram пытается все-таки удержать уже всю свою уже почти что 3-миллиардную аудиторию. Но это не только Instagram, это экосистема WhatsApp и Facebook, все вместе взятые, внутри у себя, чтобы никуда люди не убегали. Итак, друзья, это будут основные тренды Instagram на 2022 год. Обязательно посмотрите все видосы на моем канале на эти темы, а эти темы у меня есть. С вами был Макс Бондаренко. Ставьте лайкос этому видосу и пишите в комментариях, насколько вы готовы к таким изменениям, что бы вы хотели видеть от Instagram, ваши пожелания. Мне будет интересно послушать. До новых встреч, друзья. Увидимся.